наша очередная гостья, представительница России. Мы очень рады тебя видеть, Алиса Кожикина. Расскажи нам, как ты долетела? Долетела хорошо, мне все понравилось. Успела поспать, было все хорошо. Ура. Какие у тебя вообще ожидания от этой недели на Мальте? Мне кажется, я получу очень много эмоций позитивных. Увижу много нового, много интересного, познакомлюсь. Хочешь что-то особенно посмотреть на Мальте? Уже загадала что-нибудь увидеть? Для меня само увидеть Мальту – это уже что я хотела раньше. Ты же никогда не была за рубежом, да? Да, я ни разу не была за границей. Ну хорошо, тогда мы желаем тебе сегодня хорошо отдохнуть, и завтра тоже, а после этого уже приступить к работе. Спасибо. Спасибо тебе.